Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика я хотел бы вам, как обычно, рассказать, что в моей группе ВКонтакте замечательный проходит вот такой вот конкурс. Вот 7 минут назад запустил буквально. С прошлого конкурса довольно-таки много прошло, но я, в принципе, рассказывал, почему его нет. В общем-то, ссылочка на мою группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Обязательно на нее подписывайтесь и никогда в жизни не отписывайтесь, потому что у нас конкурсы, они 99% что на постоянной основе проходят. То есть всегда у нас висит в закрепе какой-то конкурс. То есть самая первая запись у нас конкурс по дефолту обычно. В общем-то, залетайте, участвуйте. Народу участвует довольно-таки мало, шансы поэтому выиграть очень большие. Всем я желаю удачи и желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот чокупай, лично для себя. Новый чокупай, но в магазинах он продается уже довольно-таки давно, может быть даже год назад выходил. Я вот только сейчас начинаю, так скажем, делайте обзорчики на новый чокупай. Потому что в основном ел оригинальный. Последние 2-3 года их вообще не ел. Ну, именно сам лично не покупал. Для того, чтобы его непосредственно кушать. Помню, делал обзорчик единственный... Как сказать? Единственный с каким-то вкусом. Чокопай, это был у меня обзор на чокопай с вишней, на канале есть, в конце покажу, скорее всего. Этот же я покупал в магазине, который называется «Красное и белое», прекрасное, вот скорее всего знаете. Стоит оно там 60 вроде рублей, что такой диапазон. Шоколадный с какао, судя по всему. Dark какао, темный какао. 6 штук, 180 грамм в общей сумме, на 70% больше какао. И так периодически в магазинах, если будет появляться, буду, в принципе, покупать, делать обзор, сам лично пробовать, поскольку новые вот эти чокупаи всякие там с кокосами и так далее, я их не пробовал, а попробовать хочется. Все-таки чокупаи в детстве очень сильно я любил. Также на оригинальный чокупаи есть обзорчик, он там какой-то официальный поставщик Московского Кремля даже имеет эту метку какую-то. В общем-то, было интересно. Был интересненький обзор, так скажем. Ну и, собственно, поехали. Наименование мучное кондитерское изделие в глазури Чокопай Дарк. Так. Что есть еще тут интересного? Одна штучка весит 30 грамм. Может содержать, я вроде как здесь ничего не вижу больше. Судя по всему, готовит только чокопай, либо же не перебрасывается ничего с другого производства сюда. Так, на 70% больше какао, чем в Oreo Chocopai Original. Вот тут, кстати, даже представлены новиночки. Всякие Choco Safari какой-то с кокосом, с клубникой, с маком и сгущенкой. Какие-то другие бренды от Ориона тоже есть вот. Тут, если что, все это изображено. Чокопай Орион. Дата, где это все дело сделано. Так, что там? Боковую тоже покажу. Полностью, в принципе, упаковочку. На 70% больше какао. Первая версия типа меньше была или что? Или сразу прям так писали? Просто обычно это пишут. Если вдруг первая партия неудачная была, переделывается немножко. И пишут потом. Так, собственно, давайте открывать, пробовать. Интересно уже посмотреть. Вот там, вкусно-невкусно. В принципе, по-обычному пахнет все это дело.
По-обычному пахнет, говорю. По-обычному упаковано. Вот такой вот Чокопай Дарк у нас. Выглядит на самом деле красиво. Уже хочется попробовать. Здесь вроде как ничего тоже не особо не написано. Что может содержаться, не содержаться. Ну и давайте открывать, собственно, и тестить. Такая же упаковочка. Моментами тяжело открываемая. Уже упала. Честно говоря, каких-то различий я не вижу с оригинальным. По вкусу как будто бы то же самое. Особо различия не вижу с оригинальным, обычным. Такой же вкус вот этой внутренней белой глазури. Или как это называется? Вот этой темки. Также чувствуется... Это у нас получается что, печенье что ли? Вкус печенья или что? Вот этого мучного изделия. Очень хорошо это чувствуется. А так, по вкусу, как сразу пробуешь, то же самое ощущение. Особо какого-то различия я не вижу. Может быть, это надо побольше поесть. Хрен его знает. Ощутить, блядь, насладиться вкусом. Кто его знает. А так... Отличий я реально не вижу с оригинальным вкусом. Все как будто то же самое. И просто для картинки написано. Чтоб люди попробовали новый Чокопай. В принципе, если судить, что это оригинальный, и различий особых нет, оценка ему также 5 из 5. Вкусный Чокопай, только прикола реально я не понимаю. Все то же самое, в принципе. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.